У вас был жар. Что с вашими глазами? Надо разделиться, чтобы найти Джефферсона и повстанцев. Хорошо. Народ Соединенных Штатов! Перед вами просто человек. Глядя на эти обширные земли, я вижу, как вы страдаете. Да, все вы, каким трудом вы строите лучшую жизнь и лучшее будущее. Вы всем жертвуете ради блага всей страны, ради свободы. И я признаюсь вам, ваши жертвы меня вдохновляют! Они не напрасны! Я знаю, что жизнь нелегка. Ужасы войны, преступность, голод. Всему этому виной Крамола Джефферсона. Но мы идем к нашей великой цели. Она сплотит нас и вознесет над суетой. Для нас уничтожение бунтарей станет лишь предвкушением грядущего пира. Мой народ, стоя здесь, я чувствую в груди биение 4 миллионов сердец. Объявляю о великом проекте нашей нации. Скоро мы соберем войска. Мы построим бесчисленные армады. Мы вступим в бой с нашим главнейшим врагом Англией. Мы сойдем на их берег и оросим поля кровью. Англичане дадут зерно нашим мельницам и станут нашими рабами. Их труд в поте лица обогатит вас всех. Наша страна займет свое достойное место в мире. Великое королевство, Соединенные Штаты Америки! Это еще что такое? Мой король, там народ штурмует пирамиду. Народ? Штурмует? Народ — это я. Да, сир. Народ — это я! Я отдал все служению свободе. Они не видят? Я жертвую своей жизнью ради них. Я разбил англичан, дал им свободу. Я! Они бунтуют. Это безумие. Вы наш светоч, мой король. Thank you.
Вы нас спасли. Теперь нам всем нужно затеряться в городе. Кто вы? Радун Хагейду. Рад встрече. Позже обсудим, как быть дальше. Можете это повторить? Вашингтон совсем обложил нас! Я задержу подкрепление, а вы к главным воротам! Отходим! Отходим! Попался, дружок! Синие мундиры сверху! Убейте их! Кто-то проник во дворец. Стрелять во всех, кто выйдет. А, это ты, наконец. Генерал Вашингтон, отдайте яблоко и будете жить. Отдать яблоко? Вы в его власти. Ты так думаешь? Это оно в моей власти. Хотя я даже не думал о том, что оно может контролировать кого-либо. Может, ты прав? Сила яблока помутила ваш разум. Помутила? Что ж, тогда возникает вопрос. Ты хочешь забрать его для того, чтобы спасти меня?
Или ты хочешь забрать яблоко, чтобы править страной? Страной управляют люди. Не будем обманываться. Дикая мысль, но... Предположим, яблоко подчинило меня. Разве ты вел бы себя иначе? Я бы использовал его во благо. Обладание яблоком не только благо, но и бремя. Скажи, сотрясая землю, ты правда чувствуешь себя рабом народа? Или же все-таки хозяином? Народ против вас. Ты не ответил на вопрос. Я единственный король! Ты полагаешь, я тебя не вижу? Узри, пылающий свет! Радун Хагейду, я погиб, пытаясь убить Вашингтона. Прошу тебя, не гонись за яблоком. Сын мой, я так боюсь за тебя. Подъемы в небо сбили тебя с пути. Прошу, не гонись за яблоком, сын мой. Прошу. Это твой шанс. Возьми яблоко. Возьми! Возьми! Генерал. Вот. Забирайте, оно мне не нужно. Никто не должен обладать такой силой. Утопите его. Найдите в океане место поглубже и утопите. Зачем мы приплыли сюда? Генерал Вашингтон. Я думал, что я один. Простите за беспокойство. Все в порядке. Мне кажется, мы зашли в тупик. Боюсь, что да. Простите, генерал. В условиях... постоянных внутренних раздоров республика долго не протянет. Прошу прощения. Выборные органы, да. Война велась ради этого.
Но чтобы страна процветала, чтобы государство было сильным, кто-то должен взять власть в свои руки, чтобы компенсировать недостатки республики. Осмелюсь предположить, генерал, что нам нужен человек, который стал бы значимой фигурой в глазах всего мира. Генерал, нам нужен король. Сэр, позвольте, я буду полностью откровенен. Вы предлагаете мне обречь страну на самую страшную судьбу. Я не тот человек, кого можно прельстить подобной идеей. Я умоляю вас, если вас заботит судьба страны, ее благополучие, если вы уважаете меня, изгоните подобные мысли. Изгоните их навсегда и никогда. Никому о них не рассказывайте. Мы закончили. Вернемся назад? Да. Да. Вернемся.